Дорогие телезрители, здравствуйте! С вами «Игра «Думай, знай, познавай» и ее ведущий Кирилл Махров. 5 вопросов, как всегда, мы подготовили. И, как всегда, ждем очередного участника для того, чтобы эти 5 вопросов задать. Ну и, конечно же, надеемся, что на все вопросы он ответит абсолютно правильно. Пошлите задавать! Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина. Екатерина. Сергей. Сергей. Очень приятно, меня Кирилл зовут. Я вам задам поочередно 5 вопросов. Уверен, что вы мне дадите 5 правильных ответов. Футбольный вопрос. Это название чемпионата мира прикрепилось, начиная с 1982 года, когда чемпионат проходил в Испании. Переводится оно как «всемирный». Тот чемпионат давно прошел, а название часто употребляется по сей день. Как мы еще чемпионат мира называем? Мундиаль, да? Ну, как вариант. Ну, чемпионат мира по футболу, FIFA, мундиаль. Я думаю, мундиаль. Ну, мне так кажется. Да. Понятно. На сколько уверены? На 4. На 4. Мундиаль, это правильно. Этот напиток стал первым коммерческим безалкогольным напитком, который когда-либо употребляли в космосе. Варианты ответов. Пепси-кола, Байкал, Миринда или Кока-кола? Ну, я думаю, Байкал и, короче, опять же... В 85-м году это было. Не, ну... Наверное, может, а можно еще раз варианты ответов? Можно. Кока-кола, Пепси, Фанта и Байкал, да? Пепси-кола, Байкал, Миринда или Кока-кола? В 85-м году. Ну, Кока-кола-то я... В 85-м году. Не, ну, это безалкогольно, я не знаю, но мне почему-то кажется Миринда, да? Миринда, согласна? Да, пускай, ладно, я подтвержу. Да, пускай будет Миринда. Ну, Байкал, блин, травяной. Блин, я не знаю. Давай, пускай будет Миринда. Ну, давай, ладно, согласен, за ничего не знаю. Миринда, давайте Миринда. Миринда, но... апельсиновый. Ну, да, да, 3 балла тогда, ну, вот эти. 3 балла. К сожалению, это Кока-кола. Перья этой птицы светятся и поражают красотой. Живет она в райском саду, в золотой клетке и питается золотыми яблоками. О какой птице идет речь? Ну, я тоже по ней сразу подумал, если честно. Ну, это не павлин, она же не сказочная, но у нее перья красивые, значит, это жар-птица. А насколько уверены? На 5. Это жар-птица, действительно, это так. Не подумал вообще. Известно, что по числу спутников в Солнечной системе безоговорочными лидерами являются Сатурн и Юпитер. Какая планета является третьей по количеству спутников в Солнечной системе? То есть первая у нас то Юпитер, то Сатурн, а вот еще есть третья, да? Вот какая это третья планета? Я тут не смогу сказать. Ну, блин, Земля может? Земля, да, я один, тоже один. Ну, смотрите, один спутник, да, есть еще где много спутников. Да, еще? Да, ну, допустим, давайте вот так вам варианты ответов. Марс. Марс, точно нет. Потом Уран. Ну и давайте Плутон. И вот он назвал Уран и Плутон, да, вообще? Блин, а это... Ну, давайте, пускай что-то, да. Уран, Плутон, что возьмем? Да, как хочешь. Уже сколько кола ты уже играл. Я не буду чекать. Давайте Уран тогда. Уран. Да, и пускай будет 4 балла. 5 баллов, ладно, 5 баллов Уран. 5 прям? Ну, 4, ладно. Да, 5. Что тут уже терять-то, блин? Или 4? 4? 4 или 5? 5. 5, да, 5. Давайте, я не буду. 5. Так. И Уран, это правильно. После матча Португалия с этой азиатской страной, матч закончился со счетом 7-0, этот матч еще вдобавок показали в прямом эфире в той стране, которая проиграла, сборная которой проиграла, что уже для этой страны было нонсенс. После этого матча главный тренер подвергся 6-часовому допросу и был отправлен на принудительные работы. О какой стране идет речь? Ну, я думаю, только Северная Корея, наверное. Она считается азиатской страной? Конечно. Северная Корея. Ну, может быть, Северная Корея. Я вообще не понимаю о футболе. А в каком это году было, тоже не скажете? Это было... Не скажу. Хорошо. Ну, я думаю, Северная Корея, наверное, потому что я не знаю, где такие еще жесткие меры, как, блин, это...
Шестичасовому допросу. Да, да. А потом еще на исправительных работах работал. Северная Корея, да. Ответим, Северная Корея, 5 баллов. Да. Я, в принципе, почему-то на 95% уверен, да. Понятно. Это Северная Корея. Вы абсолютно правы. К сожалению, 20 баллов вам не получилось набрать. Но в любом случае, вы ответили на 4 вопроса из 5. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Да, спасибо. Удачи вам. До свидания. Спасибо. До свидания.